Привет, друзья! Вы вновь на канале Ski Adventure Головино. С вами я, вот мой друг Санек. Сегодня мы будем кататься здесь в Головино. Саня поедет на Фишерах. Я поеду на Тисе. Немножко покатаемся. Саня поработает первым номером. Я, может, тоже потом первым поработаю. Вот. Подписывайтесь, если что, на Сашкин Инстаграм. Он бегает 50 километров марафона, полумарафона 25. Я думаю, вам будет интересно. А мы погнали. Если едешь хорошо.
красный бетон.
Давай, 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 молодец, молодец. Держи, держи, Сэм. Thank you.
Алло! Накатом догнал. А? Давай, поработай первым. Я немножко покурю. Не, ну я не устал, но давай ты. Буду тебе темп сейчас отдавать. Мы катаемся в удовольствие. Движение сегодня отличное вообще. Осторожно. Я не знаю, если бы я ростики одел, я бы вообще, блядь, от скорости сегодня охренел бы. Я, если мы птицы едут, ростики вообще, наверное, летать будут. Как ракеты, блядь. Дабл пулим. Понятно, накатом догоняю. Оп, привет.
Вообще не видно ничего. Куда ехать?
что Санек тут пропал. Подождем Сашку. В поле больше не поедем. Там пухляк выпал, не едут вообще. Я тоже. Давай вот по этой пятерке покатаемся тогда что. Или на спуске поедем. Что, поехали на горке тогда? Вообще бетон. Yeah.
Саня, давай, 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 давай. Бужнов, чемпион! Бочанов! Там Саня.
Санек! Давай, как бы снов. Молодец. Шишечное поле. Thank you.
Здрасте. Нюхай. Ну что, ребят, вот мы и закончили тренировку. Саня проехал 16 километров, я 30-ку сделал. Вот. Тисы сегодня прям на редкость что-то удивили. Я даже заново в них влюбился. Поэтому вы занимаетесь спортом, давайте катайтесь на лыжах. Удачи вам и здоровья. Пока. И подписывайтесь на Сашкин инстаграм.